Не успела стихнуть барабанная дробь, звучавшая в минувшие выходные на параде ударных инструментов, как в городе Видное вновь культурное событие. 3 апреля в историко-культурном центре Ленинского района состоялось открытие московской выставки «Школа акварели Сергея Андреяки. Мастер и ученик». В экспозиции представлено около 30 работ самого мастера и более 100 произведений учеников. Волшебное царство живописи нас с вами поведет корреспондент Людмила Медведева. Техника акварельной живописи в начале века в какой-то мере была мастерами не востребована. Народный художник Российской Федерации Сергей Андреяка, создавая свои картины, доказал, что изобразительных возможностей многослойной акварели ничуть не меньше, чем в масляной. Это и смогли увидеть первые посетители выставки. Просто потрясающая техника, и я вообще в восторге от выставки, которую нам привезли. Краски, такие сюжеты, я лично в восторге. И от Андреяки, и от художников. Основатель уникальной школы Сергей Андреяка – один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Он разработал оригинальную методику преподавания для детей и взрослых. Такая методика позволяет научить человека писать акварелью независимо от его изначальной одаренности. Школа не частная, школа государственная и открыта для всех желающих. Но можно заниматься творчеством, особенно детям. Это, на мой взгляд, должно не только приветствоваться, должно всеми даже поддерживаться. Передвижная выставочная композиция школы Сергея Андреяки побывала во многих городах России. Работы мастера, педагогов, художников, их учеников выполнены в различных жанрах. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на работы, выполненные в жанре интерьера. Забытый жанр. Уже давно в такой манере не пишут художники, наверное, не только акварелью, но и маслом, и вообще другими техниками. Я думаю, что в нашей школе этот жанр потихонечку возрождается. Художественное учебное заведение существует уже около 15 лет. Оно очень популярно. Преподаватель изобразительного искусства Видновской школы номер 1 Людмила Хрусталева, побывав на мастер-классе, теперь передает технику многослойной акварели своим ученикам. Нам эта выставка как раз, как сказать, как раз вовремя. Завораживающие акварели Сергея Андреяки подтолкнули Емельянову Светлану к исполнению давней мечты – заниматься живописью. Она и не думала, что после выхода на пенсию будут устраиваться выставки ее работ. Желание всегда было всю жизнь рисовать, но я не умела, у меня ничего не получалось. А с внуком пошла, вот, думала внука повести и с ним просто прослушать. А оказалось, что внук не пошел, а у меня проявился какой-то дар Божий. В конце апреля в рамках проведения выставки художники школы проведут для учащихся видновских образовательных учреждений бесплатный мастер-класс. Сам же вернисаж будет открыт до 20 мая. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.